Всем привет, всем здравствуйте. Я знаю, что вы ждете экстра-скидки. Мне сегодня девочка сказала, что... Они будут 27 января. Извиняюсь, не на тот день посмотрела. 22 января. Так, и экстра-скидки попадут в скидочные модели. Они еще кое-что отмаркируют, я вам тогда предварительно покажу. А пока есть со скидками 65%. Ну, ребята, я бы не стала ждать на экстра скидки, потому что 65% это и так максимальная здесь скидка. То есть, если кто-то что-то хочет, то можно взять или сейчас, или все-таки попытать свое счастье на экстра скидке 27 января. Сейчас покажу, что вот упаковочка, маленькая витринка, и покажу, что там Хоба и Патриша Нэш еще есть. Вот. Ну, мой WhatsApp в описании. Если вы мне пишете комментарий под роликом, как это вот было по предыдущим роликам, ну, я не всегда успеваю отвечать туда. Самый лучший вариант, я всегда отвечаю в WhatsApp. Если хотите успеть что-то, лучше пишите в WhatsApp. Итак, вот она, эта маленькая витринка по коуч. Вот эти два рюкзачка. Ох, их было два. Сейчас уже один, который я вам недавно показывала. Так, а что у них по цене? Вот он. Цена у него 78-75 сейчас. Но это плащевочка. Здесь вот было несколько кошелечек. Сейчас остался всего вот этот малыш. Канвас комбинированный с кожей 34-65. Ну, какая цена-то прям хорошая. Прям хоть бери уже, Ирина. Вот этот малыш кошелек. Так. Вот у него сюда купюра-то уместится. Ведь вот сюда вот. Вот у него тут есть отдельчик. Ой. Вот, видите? Так, а цена у тебя где, дорогой? 69.30. Так, две вот этих малышки. Динки. 68.25. Две красных вот таких. 52.50. Так, вот эти 78.75. Вот эти красоточки манхэттеновские. Аж целых три штучки. 173.25. Вот эти малышки. 138.25. И две вот этих топи. 138.25. Сейчас вот это вам приложу к себе. Вот так смотрится на человеке. Так, и по-моему все, да? И с коуч. Еще две вот этих дорожных сумочки. $122.50. Так, вот у них. И там лицо, и здесь лицо. Ну вот. В общем, вот, пойдемте дальше посмотрим. Привлекает внимание вот эта витринка, 65% скидка. Здесь есть Хоба, кошелечки. Что из этого можно будет получить на экстра скидках, сложно сказать. Вот от Patricia Nash таблеточка, 48.65. Так, Хоба, два рислета. Вот эти сумочки-держатели телефонные. Надо по цене, наверное, смотреть, да? 48.30. Шарфики. 20.65. Здесь. Хоба сумочки. Две вот таких. Так, а кто-то у меня из девочек 51.80. Вот такие сумочки ждет. Девчонки, простите, не помню кто. Сейчас сделаю фотку. Наверное, вот сюда поставлю и сделаю фотку на заставку. Так, сделала фотку вот с этой сумочкой, потому что кто-то у меня ее ждет, 69.30. И вот эту сумочку тоже на заставку поставлю. 72.80, стоило 200 с чем-то.
Так, не вижу, ладно. Вот их две таких сумочки получается. И одна вот такая. Это вот эти двойные сумочки, потому что какие хорошенькие. Так, держатели вот эти для телефонов. Наоборот, два таких и один такой. По 34-30. Так, здесь что? Рюкзачок это? Нет, это просто мешочек. 69-65. Еще вот одна та сумочка. Так, это я вам сказала, да? 51-80, а вот это 104-30. Такая сумка от Хоба. 97-30. Две вот таких сумочки. $104.30. Это будет так же, как и черная. 97-30. И вот это. А, 80-15. Это Патриша Нэш. Хоба. Очень похожа на Марлей, но это не Марлей. Две таких сумки. Коричнево-черные. 114-80. Стоили 326, да? Так, а это что за красота? Так, что тут написано-то? Кельвин Кляйн. Это что, кожа? А, похоже на кожу. Ой, какие приятные. Так, а там косметички еще пристегиваются. 58-80, а стоили 166. Ну, прям приятные такие черные. Кто-то у меня недавно спрашивал кожаные сумки. Плетеные. Так, это рюкзачок от Хоба. 104-30. И с этой стороны на витрине. Так, ну здесь Кельвин Кляйн. И вот это, по-моему, Фасо. Ну, какая приятная малышка. Ну, тоже 65. 55-30. Стоило 158. Так, ну, наверное, все. Из интересного все. Эту, ой, эту витрину я вам недавно рассматривала. 30% скидка. Не буду повторяться, просто еще раз ее покажу. Вот она.